О, это мы, я поднимаюсь, второй, третий, четвертый этаж на Голубятне. Крыша у нее 9 метров 60 сантиметров. Вот это класс, видишь, какие лестницы. Это с третьего этажа на четвертый. Вот, теперь крышку я закрываю. Ну и открыть надо. Посмотреть. А то я сегодня только из Барнаула. Не знаю, как они тут. Вот они, мои голуби. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. А ну-ка давай туда посмотрим. Потом обратно вернемся. Семь. Вот. Восемь, девять, десять. И в ногах вот одиннадцатый. Вон он оперируемый. Сейчас я его постараюсь захватить. Он залез туда. О! Мне его надо туда согнать, а там поймать. Мы ему операцию делали. И надо посмотреть последствия операции. Закрывай тут. Я так делал. О. Вот он где. Попался. Хороший голубь. И шпоры я им подрезаю ножницами. Ножницы. И вот так вот щипаю их, они отрастают. Потому что он путается здесь и иногда может погибнуть. Вот так, этого достаточно им. Я знаю, что они хорошие. Вот здесь у него была шишка. Вот шишка-то как будто бы меньше. Просто мы кожу не убрали, кожа осталась. Вот ее прооперировал. У нас есть студент медицинского университета, студентка шестой курс и студент на втором курсе. Вот она. Тут все мы выбирали. Ага. Ниточка еще торчит одна. Так, постой-ка, закрой глаза. Закрой глаза. О! Вот какие они у меня. Все белые. Все с шиньончиком. Так. Ну-ка давай вот сюда, на улице. Посадим тебя. Ну подожди, подожди, подожди. Подожди. Ну, что такое? О, какой красавец. Ну, еще. Давай. Вот он как. Вот он пошел куда. Можешь подняться. Ну вот. Все, больше ничего не надо. Пшеница насыпана. Вода есть. Вот отсюда, покажи где. Вот если прямо смотреть на Павлов дом, это перпендикулярно к железной дороге. Просто покажи. Это 2 километра примерно до железной дороги Барнаул-Кулунда, где Потеряевка. А туда маленько подальше, вот я показываю. Ну, это разъезд, он останавливается поезд, мы добились, Господь дал так. 4 километра. Ну, вот она, золотая осень. Это примерно 2 дня назад начало быстро желтеть деревья. Очень долго они не желтели, это говорит о том, что осень должна быть хорошая. Хорошее, так называемое бабье лето. Вот сегодня 27 сентября, я в Барнаул ездил, там я староста крестовоздвиженской общины. Сегодня воздвижение честного животворящего креста. Вот, он там кто-то сейчас катится, посмотришь. За рулем 12 лет мальчишка. Иеремия, звать Иеремия. Вот, это Ерема или Ермак. А это Веня, вон как он, без рук, посмотри как он ездит. А это учится в 8 классе, это уже взрослый. Вот он как наяривает. О, попробуй его, задержи. Видал? Готово дело. А это Ерема. Посмотрите, он его за баранки не видать. За любой скотиной они, ребятишки, учатся и коров доить, и все. Вон он сидит. Вот 12 лет. Съездил, поиграл, вернулся. У отца 3 машины. Он, как путевый, приспособился. Вот. Интересно, увидал ласточку. Это. Они улетели, ласточки, а тут как-то одна есть. А вон, видишь? Посмотри-ка туда дальше, сколько грачей. Наведи на них. У нас грачей нынче не видано, видимо, невидимо. И там впереди, он выше иду, идет самолет. От нас прошел. Тут трасса прямо над Потеряевкой. Мамонтовского района Алтайского края. Большая трасса. Все время самолеты туда-сюда. Иногда вертолеты идут. А ночью выйдешь, ночь ясная, тихая. Спутников однажды одновременно сразу увидел я 4 спутника. Как искры летят.
Вот. А там вторая у меня голубятня, откуда мы сейчас сошли. Там видно, где отверстие. Можно поднимать ниткой, но я не поднимаю. Так. Видите, какая тишина. У нас сегодня 2/10 праздник. Вот интересно, как разрешается только растительное масло. Везде. Но где Крестовоздвиженская община, престольный праздник, разрешается есть рыбу. А мы приехали сюда по Теряевку, мы-то одни и те же. Там мы сегодня рыбой угостились, а сюда приехали, рыбу есть нельзя. Потому что тут престольный праздник Свято-Анфимовский, 16 сентября прошел. Разница в 11 дней. Здесь нельзя, значит нельзя. Оспаривать не по Божьему слову, конечно, не это не по Писанию не указано. Но я православный, и что тут мудрить? Из-за живота, из-за своего. Чего ради тут бунтовать-то? Мне это приятно. Что если Слово Божие не знают люди, а хоть через живот как-то достигнуть у них, праздничное настроение создать. Ну, людей-то не учили 2000 лет. Но они учили, поэтому пришли к такому вот результату. Меня многие, можно сказать, осуждают. Вот я занимаюсь голубями, а мне 74 года. У меня 3 голубятни. Вот представьте, как, сколько здесь ступеней. Я залаживал, взад-вперед, туда-сюда шмыгаю. И мне интересно, это как раз мне. Интересно. А вон едет еще один у нас. С этой. Пройди-ка сюда. Потом сними его. Это Глушков Игорь, видать, ездил. Кормит своих смутьянов. Вот. Они в Корчино учатся. Это он туда, видать. Попутно что есть. Он и не видит себе. Вот так. Вон он. Сливки возит. Они живут от подсобного хозяйства. Там он овчарня. Видно, там первый старый колодец, вон тот он. Мы начали копать, думали, что легче будет. Там был когда-то колодец. А этого делать нельзя было. Старый сруб убрали, а дальше это начало обваливаться. А мы доски ставим. Доски дугой выгибают, а уже в доски туда дальше сруб. И мы вылезли. Вокруг трещин далеко пошли. Тогда мама наша была живая, Мария Егоровна. Мы пришли к ней, мам. Надо посмотреть, что так. Она подошла, а уже 8-й десяток, наверное, был. Она, ой, ребята, вы нехорошо делаете. И мы решили тогда, кто тут не женатый, в яму туда полезет, в колодцы. Самое опасное место, если задавит, так, ну, меньше слез. Ну, полез, как всегда, Павел, брат мой. Вот. А мама свой псалтырь, там, канон Николе Чудотворцу Мирликийскому, и жить-то негде было. Корову только построили. Это был 91-й год. И молиться. Приходит оттуда и говорит, работайте. Оно не рухнет. А доски прям дугой выгибает. Вот уже многотонная тяжесть надавила. Ну и сделали. Но сруб-то не плотный. Жижа стала идти вниз. И оказалось, внутри там сруб старый. Его вытащить нельзя. В это время няша идет. Няша это такая жижа грязи. Она пошла зловонная такая. Мы бились-бились, кое-как закончили. Но в конце концов пришлось его оставить. А после этого уже стали ставить на новом месте бетонные кольца. Вот я здесь строил. Ему не видать, где колодец. Может, с той стороны, можно, посмотри-ка. Вот. Посмотри, я тебя подержу. Погляди, видать, нет его? Не видать, да? Деревья мешаются. Ну, там можно снять. Вот. На этом колодце. Удивительное дело. Нам нужны кольца. А это для детского лагеря. Я пошел ТЭЦ. Незнакомые директора, но у меня ходатаи были очень сильные, сильные прямо. Прокурор края, генерал-лейтенант Параскун, мэр города был. Он входил в десятку лучших мэров России, Баварин Владимир Николаевич. Звонок, все. И привезли они сами сюда. Мне нужны были большого объема, по 1,5 метра, чтобы кольца были. Это вниз, а выше, это те метровые. Ну, а промежуточный, на чем обопрется, он здесь Павел сделал железобетонное кольцо. Это такое, как покрытие с отверстием внизу. А надо вокруг было засыпать гравий и песок. Ну, говорят, в это время был губернатор Евдокимов Михаил Сергеевич. Ну, какой он руководитель? Он, дескать, артист. Я как-то разговаривал, полковник КГБ мне говорит, ну, зачем он согласился на это дело? Ну, у него там хорошо получалось, а здесь и у него врагов подсиживают, тем более он сверг Сурикова, коммуниста Александра Александровича, он теперь посол в Белоруссии. Вот я просто к месту сказать, какой он руководитель? Но я один раз только обратился, не лично даже к нему, а к его команде-то. И два КАМАЗа больших
Алтайский край, все-таки мы 150 километров от Барнаула, и уже на следующий полдень где-то уже пришли КАМАЗы, мне все это высыпали, конечно, бесплатно. Ведь это надо учитывать технику. И поэтому, когда о ком что-то говорят, я говорю, вы знаете одного, Баварин для меня был самый хороший человек. Он приезжал ко мне на дом, он голубятник тоже. Вот, дом тогда получил, который я судился, выиграл процессы, два домика дали мне. Они должны были мне 12 миллиардов по тем деньгам. Вот. И к Евдокимову лично я не общался, он говорит, его команда там какой-то не умеет работать. Ну, я не могу этого сказать. Я скажу, что оперативно, нормально, по телефону только поговорил, сослался на кого, и они сразу все сделали. Поэтому я никого не опровергаю, кто плохо отзывается там о Путине, о другом. Но я знаю с другой стороны людей. Так, минуточку, сейчас я посмотрю, что меня тут тревожит. Говори. Игорь, я вот какое дело. Я был в Барнауле, только что приехал. Значит, мы там все согласились, все общины, молиться будет о Жене Янчуке. Чтобы Господь разблокировал его. Он просто пленен этим духом зла, осуждения, лжи. И значит, нужно вам всем по одному или по двое сходить к нему и сказать, Женя, послезавтра, чтобы вел занятия, он когда-то вел, вылазь из этой конуры. Тебя для чего рукоположили? Ты обязан проповедовать народу. Я занятия вести не буду. И все согласились об этом молиться. Ты согласен? Все, помолись, и у вас какие-то добрые отношения и прочее. Женю надо вытаскивать. Он всеми недоволен, всеми абсолютно. А себя он как-то не замечает. Но я считаю это неправильно. Ну и все согласились молиться, и чтобы деревенские пошли. В воскресенье я занятия не веду, любую тему. А во сколько, это решает Елена Анатольевна Барабаш. Она назначает, это ее прерогатива. Сегодня же желательно, когда он дома будет, сегодня вечером. По-хорошему ты-ка сначала помолись. Помолись и пойди и скажи, брат Евгений, пора выходить. Пора. Барнаульская община вся тебе уже молится, чтобы ты вышел. Тебе легче будет. Легче. Ты сидишь дома один, квасишься на своих дрожжах. Это очень нехорошо. Бог мало осуждает, что сидит на своих дрожжах. Завтра, послезавтра вести занятия. А на той неделе, 4-го, я уезжаю. А 6-го у нас там будет собрание. Я назначил день открытых дверей. У кого есть знакомые, неверующие, всех оповестить, могут к нам прийти любой в городе. Кого, ну... Связь прервалась. Все. Уходим. Видишь как? Везде надо все это работать. Вот так. Что-то связь прервалась. А! Я в четверг, в пятницу уезжаю, 4-го, а 6-го там у нас день открытых дверей. Все предупреждены знакомым, близким. У тебя к кому ты заезжаешь во вторник? Опять связь прервалась. Ну ладно, я его встречу. Скажу. Он ездит в молочнике, он много знакомых, чтобы кому-то сказал. И главное, я его вижу, с кем разговаривает. А вон она его машина, где стоит. Это баловство уже. Баловство. Больше не звони, я тебе скажу. У тебя знакомые в городе есть? Ну, хорошие знакомые. Кому-то... А то можешь сказать, Ползунова, 6, в 8:30 утра. И я буду давать отчет о миссионерской поездке. Будет очень интересно. Открытые двери будут для всех. Корреспонденты будут приглашены. Меня уже в интернете долбят, когда я выйду на свет. Я скрылся тут все, отдыхаю. Ну, батюшка уехал, все. Ну, всего хорошего. С Богом. Угу. Видишь, какие дела. Сегодня начали, практически я уже проехал по деревне. Игоря не было, он в Корчине был. Теперь он все... Вот, а были бы неверующие, у нас ничего этого не было. Ну, и неладно у брата там, а неладно-то неладно, очень сильно неладно. У него погиб сын. И поэтому скорбь у отца, понятно. Вот, теперь я вылажу, и все на этом. Все, выключай, я пошел. Там внизу тогда... Это я на второй голубятне. И вот голубенок вывелся, он очень породистый, с такими шпорами, он двигаться не может, прямо падает. Подожди, маленький мой, подожди.
Ему нужна операция. Он запутался с ногами, а здесь неровная местность такая. Настоящие голубеводы-то, они меня, конечно, изругают за это. Это порода, долго выводили. Ну так-то так, но у него выхода-то никакого нету. Погибать с этой красотой-то, я считаю, это хуже будет. Ой, он только что из гнезда вывалился. Вот они его, красота-то его отлетела. Ну а теперь двигаться может тебе, а? Дружок ты мой. О. Сейчас мы посмотрим, как операцию, которую мы делали, это какая-то шишечка была. Ну, теперь давай, ну-ка. О, он пошел. Совсем ходить не мог. Ну, вот, нормально. Это у меня тут пшеница. Недавно злодеи залезли тут, и отравы всякой намешали голубям. Сейчас запираю на замок. А тут видно пшеница, вот она. Я ее насыпал, чтобы они тут не дрались. Вон они, посмотри. Это у меня их 17 захватил. Вон они, наверное. И как им просторно там здесь. Я люблю эту голубятню. У меня там место для сидения. Вон там я сижу в углу. Я сяду и тут могу подремать с ними, позаниматься. Вот они где. Все здесь спрашивает меня Анфиса. У них где-то коричневый такой, потерялся. Тебе не кажется, что это не совсем белый, вот этот? Или белый? Вот этот вот. Это белый, у него видно тень такая на него, тень. Но она будет посмотреть, у нее сейчас мы узнаем. Голуби друг друга перелетают, я их не трогаю. Они красных себе навязали им на лапки, чтобы видно было. Ну, наверное, на ту голубятню улетел. На первую сейчас пойдем. Все. Этот пошел. Я только что из Барнаула вернулся. Я уезжал оттуда, увез я 10 голубей. Сейчас прихожу, опять 10 на них. Уже больше 20 опять. Ох и плодятся они. Плодные, их жертву приносили голуби. Их хватало на весь Израиль. Их тысячами, сотни тысяч, наверное, голубей этих шли на жертву. Напоминание о крови Христовой. Голубь – это единственная птица, которая избрана Богом как чемпион чистоты. А на самом деле, если так разобраться, это не чистоплотная птица. Она в гнезде оправляется, голубята, такие грязные всегда бывают. Вот. А вот ласточка, воробей, они, то, что скворец, маленькие ходят там, помет, они его в клювике уносят. А этот голубь никогда не уносит. Это вот люди говорят, голубь мира, они просто не знают. Если голубь один ослабел, остальные его добивают, додолбливают. Долбят, долбят, ему внутренности могут все выклевать. Он не знает, куда прятаться. Бывает, свалится, и об этом писали. А почему? Ну, так ему это заложено в него, он не понимает. Потому что борются за пищу, если их много другим не хватает, а слабый еще ему... И он все равно погибнет-то. Ну и, видимо, вот так есть. Но остальное, вот они любуются. В третьей книге Ездры написано, из всех птиц ты, Господи, избрал голуби, голубицы. Из всех животных овцу. Из всех народов избрал Израиль, еврейский народ. Эту. Из всех гор, горы Сион. Из всех деревьев кедр там. Ну, из цветов лилия там саронская. Он сделал это. И всех, сколько в городе есть хороших городов, но лучший город это Иерусалим. Иерусалим. Шалом, Израиль. Шма, Израиль. Слушай, Израиль. И на это не надо злиться, что другие птицы-то не злятся на голубей. Он совершенно беззащитный, никогда не клюнет. Но если гнев не здесь сидит, тогда она может и клюнуть, и крылом ударить. А только взял в руки, она никогда не клюнет. А если ворона или что взял в руки, она глаз выклюнет тебе. Вот они какие. Видишь? Мы сейчас пойдем на ту голубятню еще посмотрим. Надо заснять их. Ну, отсев, конечно, есть. Они некоторые рано бросают их. А сейчас вот они стали нестись, а уже сегодня 27 сентября 2013 года. Я яйца все забираю, кошкам долблю их. Он спрятался. Он там сидит. Он сейчас отойдет маленько, привыкнет, когда ему штанишки-то подрезал. А у него клеш такой, что как... Ну, на ребенка там шестилетнего матросские широкие брюки надеть, это шаровары мусульманские это. И он будет в них путаться. А вырастет, они ему будут в пору. Ну, может быть, отрастут, нет, да. Я не голубевод, просто любитель голубей. Я не вывожу породы.
какую породу найду, пускай они все вместе у меня перемешаны. Сказать, что это чистопородные, вот турманы, я не знаю. Летают, крутятся, переворачиваются, воркуют. Мне это хорошо, я сам беспородный. Ну и голуби такие, собаки такие. Так, мы входим. Сразу ее кушают. Знаешь, сидят. Скотину любить надо. Она дана для того, чтобы скрасить нашу жизнь. Это естественно, раз он уже потерял интерес к жизни, он полностью замер, у него даже ни одной капли крови не было. Ничего нет. Все подготовлено. Отдано. В деревне так, круговорот. Отдал кошкам. Понятно. У нас еще много голубей. И там оттуда, если надо будет Давиду, я из Барнаула могу штук 8 дать. Какие-то отсеются. Надо только сказать, поскорее позвонить. У нас 8 белых. 8 белых. Вас трогать нельзя. Остальных мы можем потом даже убрать. Будут белые. Белый голубь Миры. Ну вот и все. По славу Божию. Что значит тот серо-коричневый, его кто-то нет, утащил? Нет, значит, кто-то его или утащил, или он, может, ветром где-то сдул, а он сам подняться не может. Он маленький, потому что это, ну, пикунчик. Из гнезда только. Такое тоже бывает. Вот сейчас я пришел, у меня сегодня из гнезда один вылетел, и вот такие вот на ногах у него перья. Ну что, пришлось подрезать. Он не может идти, он запинается, куда-то они ему в крылья туда втыкаются, он падает, он не может ни напиться, ни идти. Когда в хорошем месте, и за ними хозяева ухаживают, то так, а я где буду? Там у меня вот так доски, палки и все. И он сразу пошел, только обрезал ему штанишки-то. И он зашагал, ему это удобно даже. Вот так. Ну, видимо, что-то ел пшеничка. Хорошо корми только голубей. Давай, и которая труха сбрасываем, и чаще насыпаем. В зиму они должны войти плотными. Записывай заказом, какие-то там отдельные моменты за голубями видно. Вот. Изнемогает где-то, бывает помочь. У меня специальный вольерщик есть, решетка. Я отсаживаю туда, но это бывает очень редко. У меня в голуби никогда не бывает критически. Так, подожди-ка, что это у тебя здесь? Ну-ка, что это у тебя? Вот так. А, ничего нету. Вот он. Нет, на руках-то мы его не держим, ну подержи маленько. И здоровый. А глаза-то какие? Смотри, чтобы не покорябал. Ему еще 3 месяцев нету. 3 месяцев нет. А смотри, он какой. Он уже половина мамки вырос. А у барабашей есть тоже кошечка. Мамка у них такая, мамка тощая, а у нее дочка такая толстая и огромная. Она сосет ее, потому и такая есть. Ну, у меня кошки исправные. Порода красивая. Двоих сосет. А хвост-то какой, видишь, он шикарный. А у ее отца хвост как у лисы, раза два еще шире, пушистее. Ну, вот так. Все, пойдем, наверное, надо поужинать. Ну ладно, тебе я пойду. Давай, с Богом. До свидания.